Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Cry of Fear Memories. Мы находимся во все том же месте, у нас все так же плохо со здоровьем. Я пока не придумал, что нам с этим делать, то есть мы не можем выбрать именно вот с этой главы начинать, при том, что она обособлена, и ее нужно проходить с полным здоровьем. Но у нас по итогам чуть-чуть жизней, вообще их нет практически. Я не играл где-то денька 3, наверное, и сейчас мне еще нужно вспомнить маленькое управление, потому что до этих деньков 3 я не играл в нее где-то, наверное, полгода, если не больше. Ну да ладно, пока что идем, да? Что у нас есть вообще? Глок, Ширингтон, еще есть ВП-70, но на нем, по-моему, патронов особо нет. Так, ну мы сейчас, насколько я помню, мы доходим тут до конца коридора, и потом вот тут пролом в стене появляется, и нас убивают. Так, ну, кстати говоря, мне сейчас лучше бы... Какой же ты собака, урод? Это же какой-то кошмар. Это же босс, по-моему, нет? Насколько я помню, вот эти твари... Они при приближении в упор застреливались. Ну да. Только до них дойди еще сначала. Так. Ну что ж, придется повозиться. Что самое печальное, то что у меня на всех сохраняях такие жизни. Вот кто же знал, что они не будут восстанавливаться. Сейчас мы добежим до этого паренька, да, собственно... Сбегаем назад, сохранимся, чтобы каждый раз, потому что я думаю, я еще много раз тут погибать буду. Но мы пройдем это место сегодня, не волнуйтесь. Давай, дошли. Почему же ты, Саймон, мать твою, за ногу так быстро выдыхаешься? Ну, что ж ты вообще, что ли, я не знаю. Выкуриваешь по блоку сигарет в день, да... Чисто сидишь, никуда не ходишь. Дыхалки вообще никакой. Так, теперь давайте сохранимся. Сюда куда-нибудь. Вообще, раз уж у нас такое бедственное положение, можно было бы воспользоваться за этими сохранением через консоль, но я тупо не помню, как это делается. Поэтому, ладно, будем как-нибудь так справляться. Добрый день. Вот так, хорошо. Так, и вон там нас убивали, да? То есть мы вышли в эту дверь и нас сразу порезали. Поэтому вот теперь вот мы... Так, тут ничего нет больше. Тихо. Вот теперь нам нужно сходить сохраниться, потому что это тупо рандом. Какая же ты собака страшная. Я только сейчас опять начал понимать, насколько же это все-таки игра, блин, попораздирающая. Когда вот эти звуки пошли. Так, ну ладно, сохранились. Теперь нам будет полегче. То есть остается только туда бегать и там умирать с одного удара сразу же. Как там сейвы? Вообще не помню. Тихо. Блин. Твою мать. Ух, аж все сжалось внутри. Так, понятно, тут у нас, значит, этот паренек. Опять же, из Afraid of Monsters. Народ там сразу, конечно же, как я и знал, когда я говорился, что... Враги-то, говорю, из Cry of Fear, хотя хотел сказать из Afraid of Monsters. Так все, уже начали. Тут вроде... Так, ну что же мне с тобой делать? Да что ж ты не дохнешь, да? Ой, какое нехорошее место, это же... Это же тут водяные ходят, да? Не сдохнешь, да? Он, я не знаю, неуязвимый какой-то, что ли? Я же сейчас прыгну, он меня убьет. Алло! Все, наконец-то, это офигеть! Сколько у него патронов-то вошло? Так, ну что, водяные есть, нет?
Водяные — это самый, наверное, нелюбимый монстр в этой игре. С другой стороны... Так, блин, нафиг мне ваша лампочка. С другой стороны, здесь есть подъем, на который, если что, можно убежать. Ой, я бегать-то не могу. Вот один из них, да? Ну да. А-а-а! Все, хана. Да это капец какой-то. Блин. Как стыдно жить с такими жизнями. Так, ну и что мне делать-то, я не пойму. Уф, так, давайте попробуем. Ну-ка, сейф. Вроде нормально. Ну-ка, лоуд. Ой. Подожди. Может так вот? Теперь лоуд. Я не помню совершенно, как эти штуки проделывать, но в моем случае это, по-моему, просто необходимо. А то мы тут долго долбиться будем. Ага, ну да. Короче говоря, сейф один, лоуд один. Как-то так. Сейчас мы убьем этого паренька. Или он нас убьет, учитывая, сколько у него жизней. После этого сохранимся. И вот так уже потихоньку будем действовать. Все, уехал. Отлично. Так, теперь сейф один. Хорошо. Так, ладно. Три патрона хватит на него. По-моему, ему как раз три патрона и нужно. Давай. Давай, давай. Да все равно в итоге только так получается спуститься. Ну-ка, давай-ка. Попробуем. Да подожди ты, что ж ты не вылез-то? Давай, давай, да не застревай ты, а ну! А я не могу подниматься. Хотел как лучше, получилось как всегда. Уф, так, ладно. Сохраняемся. Патронов нема. Но здесь все равно ничего, да? Я сюда зачем ходил вообще? Тупо патроны потратить? Ну, ладно. Какие проблемы, потратили. Да, вылазь. Я знаю, ты тут по-любому. Со спины еще ведь может вылезти. Ну-ка, погоди. Да, он где-то тут, по-любому. Так, подожди. Ой, я не хочу, выпустите меня отсюда. Я ненавижу. Ненавижу. Истеричные выстрелы. Так, ладно. Только не ты, ну. Ой, ребята, надо сохраниться. Мне нужны жизни, и тогда... Похоже, он не может выбраться из этой решетки. Ну да, сейчас я туда пробегаю, он может. Наверняка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, блин, ну меня нервирует звук этот его.
Ладно, допустим. Пока что живой. И у нас даже есть сохранение. Нам много не дают, лучше бы дали аптечку. Лучше бы дали просто аптечку. Чё там такое? Стефана, небось. Чё-то похуже было. Так. Ну, замечательно. Ой, как мало для счастья-то нужно. О, почти по полу. Отлично. Можно забыть про читерские квиксейвы. Теперь будем действовать по правилам. То есть, когда они по правилам, и мы по правилам. А то, блин, выпускать меня на новую локацию с жизнью и со старой. При том, что они их тупо скрепили там проволокой. Да. Стефано? What the fuck, PewDiePie? Так, ну ты, понятно. Ты лучший друг PewDiePie. В тебя, я надеюсь, не обязательно стрелять. Ладно, погнали. Пошли отсюда. А он затих. Тихо-то как. Вот этот парень вот с бензопилой. Блин, это, по-моему, самое страшное, что есть в игре, когда слышишь, что сзади с диким визгом орёт и приближается к тебе вот это все. Да сдохни ты, ну. Ладно. Опять какие-то, блин, канализации. Ненавижу. Подожди, это же... Это же то самое место. То есть мы вон там снизу проходили только что. А смысл? Ну, то есть мы сейчас... прыгаем, скорее всего, сюда. Ну-ка. Ну да. Лезь, лезь наверх. Твою мать, он что, за мной идет, нет? Ну, вроде выкриков нет. Блин, это какой капец. Че, братья, совсем плохо, да? Твою мать! Так тебя убить можно, что ли? Ох, так. Ладно, допустим. Все прошло довольно неплохо. Должен отметить. Наконец-то отомстил этому гаду. Так, хорошо. Чё в итоге? Зачем мы это сделали? Так. Это нам вообще ничего не дает, я смотрю, да? Ладно. Ой, блин, давайте сохранимся нафиг. Так, сейчас это, конечно. Идет, нет? Может мне Стефана взять с собой? Да это ушел вроде. Нет? Ой, тихо. Свидание. Так, ладно. Так, понял. А, да? Твою мать, ну. Да, это было коряво. И теперь у меня... Ну, это просто было коряво.
Так, сразу назад. Тихо, тихо, ну, переключайся. Ух, так, ладно. Блин, а что с тобой делать-то тогда? Что-то вот тебя-то убить не получается. Так, сейчас это сразу рядом со мной, да? Да, вот это и бежишь. Так, ну с тобой, допустим, покончено. Так, сохранимся сразу, чтобы по новой начинать, потому что сейчас опять умру, походу. Я пока не понимаю, что с этим делать, уродцем. Падай! Не знаю, вообще, то делаю, что нужно, нет? Блин, я, по-моему, эту запись загрузил. Ну, ладно. Давайте попробуем, знаете как. Блин, еще этот едет. Не-не-не-не. Я не знаю, куда идти, честно говоря. То есть, либо берешь Стефана и умираешь, либо тупо стоишь в тупике. Так, ну чё, я обречен, походу. Сейчас я вот туда опять умру. Давайте попробуем. Пацан! Уважаемый! Или ты по лестнице не умеешь подниматься? Ну чё, ребят, пойдем туда, нет? Вон он, слышу. Тупица. Где ты там? Как страшно. Может, он так и будет застревать? Вот скажем, вот так вот. А мы ему, соответственно... Уйди, уйди, говно! Да, блин! Что с тобой делать-то, урод? Блин, ты еще ты тут, ну. Ага. Ну, ну замечательно. Я что-то вообще запутался, честно говоря. Куда мне идти? Ну, Стефана, я так понимаю, не обязательно брать. Ну, что ж так делать-то? Ладно, будем считать, что с тем пареньком разобрались. Здесь по лестнице он почему-то... Ну, наконец-то полез. Так, почему ты не лезешь дальше? Теперь он дальше подниматься не хочет. Что-то как-то вот все-таки маленько недоработано, что ли? А, ну вот, ладно, вроде нормально. Фух, так... PewDiePie мы взяли, точно. Понятно. Подожди, а я сейчас вставляю и... Этот ломится на меня. Ну хорошо. Это же ты, ты у нас боссом был одно время, да? Ты же... Ты же неповоротливый, ну?
По-моему, это было зазря. Патроны в него уходят, кушает их как конфеты. Так, направо, налево. Нет, подожди, блин, это сенса бешеная. Тихонько, ребята, тихонько. Ну ладно, вроде нормально. Не особо-то и страшно было в этот раз, просто было выживание. Тивина, блин. Хорошо смеется, кто смеется последний. Так, ну и ладно, давайте на этом сегодняшнюю серию завершим. Следующий пойдем, это уже коматозную комнату какую-то. Надеюсь, вам понравилось эти серии, как вы видите, получаются короткими. Но тут уж я ничего не могу поделать, сказывается глобальная нехватка времени на данном этапе жизни. Так что увидимся в следующей серии, посмотрим эту главу, и если у нас не будет эпилептического припадка от всего этого цветного разнообразия, возможно, мы ее даже пройдем. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.